Всем доброе утро. Сегодня у нас 5 января. Сейчас 6:20 утра, потому солнце еще не взошло, так себе еще на улице. Я приехал делать ВТВ. ВТВ это верификацион техника вейкуляр. Это значит типа проверка, техническая проверка машины. Раз в году у нас надо проходить в Буэнос-Айресе. Когда-то не было, потом устроили, что каждый год надо проходить, и тебе на стекло клеят бирочку такую, что ты прошел типа этот самый техосмотр. Ну, сколько он обходится? Вот на данный момент в этом году я заплатил, месяц назад я брал этот самый турнет, то есть день, на когда я буду проходить, по интернету все это оформлял. И мне это обошлось 1830 за техосмотр машины заплатить. Сегодня у меня как раз то число, когда я должен проходить. Приехал я в этот пункт, он открывается в 7 утра, сейчас 6:22. То есть мне еще надо подождать. Я записался на 7 утра первым, думал, да, чтобы целый день потом был свободен, лучше сделаю сразу и все. Специально я к машине ничего не готовил, так у меня как с поездки приехали, он сзади кресло валяется, полный багажник забит всякими тоже моими вещами плавательными, там и жилетки плавательные, и каяки. Но технически я думаю, что у меня все нормально. Проходит это, во всяком случае, раньше это проходило довольно быстро, сейчас карантин, не знаю, как будет. Но для того поставил всякие камеры, все, включу перед заездом в этот центр и посмотрим все вместе, как это происходит, хорошо? Ну, пока вот все, сейчас надо просто подождать, посидеть, послушать музыку, подождать, пока придут, откроют центр, ворота, вот, закрытые. Ну, так как сюда ехать бог на куда, у чертах на куличке, как я бы сказал, потому что тебе дается на выбор несколько центров. И те, которые мне как бы поближе там в моем районе, там не было на этот месяц, на эти числа не было свободных мест. Не знаю, как они там берутся, но никогда я там не могу, уже 3 года, блин, как-то пробую найти там свободные места и нету. А заранее как бы тебе не дается, чтобы ты уже начал выбирать. То есть у нас по номерам машин, на какую цифру заканчивается твой номер, в таком месяце ты и проходишь. Допустим, у меня заканчивается на 8-ку, я прохожу в августе. В связи с карантином и всем нам немножко сдвинули это все дело, бо мы не проходили типа, в августе, там, в сентябре, в январе. Ну, в этих числах карантина, в этих месяцах. Потому нам сдвинули, и мне приходится проходить сейчас, вот в январе. Следующий, если не будет никаких карантинов, если их не будет, ну, то, может, придется снова в августе проходить, что ли. Ну, одним словом, сейчас посмотрим, как это происходит. Creo que sí, no sé. Так, 6:57. Уже, по идее, у меня через 3 минуты. Вот, включил, все, посмотрим, насколько кто такой, это пунктуальный, непунктуальный. За мной собралось, ну, где-то с десяток машин уже. Видно, на 7 часов записывают не одного, там, не двух, а... Ну, вот сейчас посмотрим, сколько там за раз будут принимать. Ну, за мной же в очереди около 10 машин. Вот даже один мотоцикл приехал. Значит, мотоциклы тоже здесь проходят техосмотр. Ждем, ждем, ждем. Посмотрим, чем дело пройдет. С какой ноги они сегодня проснулись. Вот. Приготовил на всякий случай только права и техпаспорт. И все, ждем. Мне вот такое единственное, что, ну, как бы, не всегда нравится в этих техосмотрах, это то, что они вот эти бирки техосмотровские клеят одна под другой на стекле, ну, со стороны пассажира, но все равно, как бы, в некоторых смотришь, у них уже там по 10 бирочек этих или поскольку, и уже в 2 ряда наклеены, то есть, мне кажется, еще пару лет, и они как-то будут, ну, как бы, отклеивали, что ли, или как-то по-другому делали. Потому что все стекло заляпано этими бирочками, особенно тех, кто в провинциях живет.
Они столько наляпают этих бирочек туда, что потом негде уже водителю там смотреть или пассажиру. У меня периодически бывало, что я там, сколько у меня, раза три или четыре стекло меняли переднее из-за трещин всяких. То попадет, то камешек, то еще что-то. То у меня периодически эти бирки пропадают. Сейчас одна осталась, потому что год назад как раз тоже перед техосмотром стекло менял. Ездил в отпуск и в поле разминовался на грунтовой дороге с грузовичками, с всякими джипами, где-то в стекло улетел камешек и была трещинка, я поехал поменял его. Точка была такая с трещинкой. Ну что, 7:00. Мужики, давайте, открывайтесь, или кто вы там. Вот заодно и пунктуальность проверим. Мои часы показывают 7:00. Сколько их, не знаю. Но пока никаких шевелений. Надеюсь, что не так будет, как везде, что там 7:15, начнут в дверях ковыряться ключом, начнут что-то там решать. А может и так, чем их как бы хуже. Делали био раз в 2-3 года. Так нет, надо обдирать каждый год. Не то, что обдирать, не из-за денег, это просто надоедает. Раньше как бы не было у Капиталь Федерале техосмотра и неплохо жили. Ездил каждый себе на чем ездил. А сейчас тормоза, свет, все проверять надо. Ужас. Ужас. Семь ноль одна закрыто. Закоулок еще какой-то. Типа Авижанели какой-то на краю. Там впереди Риачуэлло. Где-то метров через 100-150. Я еще удивляюсь, что тут так не воняет. У Риачуэлло в основном воняет. Может, ветер как не мой. О, открывает. Смотрите. 7:02. Видите? Не знаю, как тут дальше. Попробуем по-разному. Отмечает что-то, смотрит на номера. Показывает, можно заезжать. Buen día. ¿Paso? No, espere, tiene que dejar todos los cinturones de seguridad brochados y a la vista, ¿sí? Bueno. Una cosa, algo antes de entrar en el portón 3 y 4. Bueno. Cuando termine, ingresa ahí a la ventanilla 3-4. Так, сначала надо, чтобы они бачили, что все эти самые синтуроны де сеуридад, то есть ремни, были привязаны на месте прямо. Сейчас надо привязать, чтобы они видели их, что они привязаны. Так, все, видно, поедем. Ого. Buen día. Verde y DNI, por favor. Sí. ¿Coche es naftero, gasolero? Nafta. ¿Tiene gas? No. Papá. Perdón. Линия 6. Так, на шестую дорожку проверила мой документ и на этот самый техпаспорт. И сказали, чтобы пристегнул все ремни, чтобы было их видно. Sin cambio, sin freno.
Moreno. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas, señor? Buen día. Так, без тормозов и без коробки передач включенной. Меня начинает трясти, наверное, проверяет амортизатор. Сказал наехать передними колесами и потрясет. Вот трясет. ¿Todo tranquilo? Sí. Ay, bajaba el tren, venía, ya te vi a vos haciendo la cola. No. Seguro, ya la debería ver de seguro. No, cuando vengo de capital, viste, arranqué un poco temprano hasta que buscas toda esta cosa. Bueno, bueno, dale para atrás, por favor. Bueno, bueno, bueno. Un poquito para atrás. Dale, dale, dale. Ahí está, sin cambio y sin freno. Ajá. Despacito, vamos pisando el freno, todo hasta el final. ¿Ahora? Sí, despacio, todo hasta el final. Avance el auto, por favor. Avance, avance, avance. Ahí nomás, sin cambio y sin freno. Так, заднее. То было нажать на тормоза до отказа, медленно. Теперь встать так, чтобы трясет сзади. На той линии тоже проверяет. Спросил, все ли хорошо, как дела. Кажется, я видел, что ты первый стоял, когда приехал. Вон там у того видно то же самое. Наезжает на такую штуку, начинает колеса крутить, ты должен там тормозить. А вон компьютера стоят, которые проверяют все. Avance un poquitito, despacito. Ahí nomás, señor, sin cambio y sin freno. Despacito, con el freno de mano, todo hasta arriba. Freno de mano, ¿no? Sí, señor. Vamos. Listo, saque el freno de mano. Ahora vamos con el pedal de freno, igual que como hizo adelante. Despacio, todo hasta el final. Ahí está, avance el auto, por favor. Y deje la marcha después. Avance el auto. Oh, me escuché que arranqué o no. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí nomás, у меня машина тихо работает, я даже не слышу, мотор работает или заглушился после этого. Оказывается, он работал, я все пытаюсь еще завести. Тут еще шумно, а у меня и правда мотор не слышно, когда на холостых оборотах я его другой раз не слышу вообще. Работает он, не работает. Disculpe, era no, no hay problema. No hay problema. Извинился, что там случайно выключили компьютер. Toque la bocina, luces bajas. Pisa el freno. Ahí está, buenísimo. Apague todas las luces y va hasta la placa roja ahí de las postas, ¿sabes? Gracias. Так, проверил свет, сказал вперед до этих самых там, на яму. В общем, едем на яму. Чувак сидит в яме, не переехать бы его еще там. Да, я носи. Так, тут в рупор говорит тот, который в яме. Он там внизу что-то дергает. Сказал поставить на нейтралку. О, видите, как дергает меня там, смотри. Это он там за тяги рулевые шатает. Ого, поломает мне машину, блин. Дергать так. Сказал. Баба? Мовель воланте, кортити, рапио, зигзаг, зигзаг. Изъярда, дереча, дале. Мовель, мовель, мовель. Континуа el movimiento, no frenes. Más cortito el movimiento y con un poco más de velocidad. Más velocidad. Continuo el movimiento, por favor, no pares. Изъярда, дереча, изъярда, дереча, изъярда, дереча. Muy bien. Avance hasta la próxima computadora. Gracias. Фу, замахали. Следующий. Наверное, газ будут проверять.
Где? Мотор посмотрит. Sí, tengo. Acá moto fuego y atrás está malísimo. Sí, toma llave porque abres. A la izquierda vas a ver todo. Спрашивают стояночные огни, эти самые знаки стояночные, жакетки. А теперь в трубу полез мерять СО. Надо было держать на газу 2000 оборотов. А он там мерил СО в трубе. Проверил, есть ли всевозможные. Спросил, есть ли огнетушитель и все такое. А сейчас. Все, ребята, техосмотр пройден. Сейчас сказали здесь ждать. Сейчас они приклеят штучку на меня. Я так понимаю. Так, можно уже подключать эти ремни. Так. Теперь разобраться, где права, где эти. Где документы. В общем, права не спрашивали, только документ внутренний, что это я, и на машину документ. А есть у меня права или нет, катайся, как хочешь. Ждем, 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 пока придет чувак приклеить что-то. Или кто там. Девочка идет, может и что-то приклеить, или она не ко мне. Так, одну камеру надо снимать, потому что, наверное, стекло придется опускать. Так что, пердонте. Опа. Buen día, Máximo. Sí, papá. Ah, listo, listo. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. El papel llévalo siempre con vos en el vehículo y toca volver en agosto del año que viene, ¿sí? En agosto, si no, tenemos cuarentena, ¿no? Ah, por favor, ¿no? ¿Lo acá abajo, de esta? Si no tenemos cuarentena. ¿Ah? ¿Acá la pongo? Sí, eso no se puede sacar, ¿no? Sí, lo tenés que retirar vos y sale con... Ah, sale. Con alcohol y hojita de gileto, fatolita. Dale, que gracias. Empieces bien el año, alegro. Igualmente, chao. Все, сказала, что можно вторую снять, каже, со спиртом снимите эту фиговину. Так, мужик должен уехать, потом и мы. О. Ох, паха, хорошо, выехали. Пускай мужик еще подождет свои эти, а мы уже будем отъезжать отсюда. Сейчас наладим камеры, включим что-нибудь посмотреть по дороге, да и все.